Я уж не знаю по какой причине, но иногда NPC в состоянии паники продают музыкальные инструменты. Вот. В то же время у них пропадают все ограничения на торговлю, то есть можно продать им оружие свое, продать им свой комбинезон, если у них достаточно денег. Ну, то есть абсолютно все продается. И в данном случае я смог купить гармошку у упыря. А во-вторых, я смог купить у него бесшумную гадюку в полном состоянии. Так что вот.